Здравствуйте, мои маленькие слушатели! Мы продолжаем нашу программу «Путешествие в сказку». И сегодня я познакомлю вас с замечательным советским сказочником Геннадием Михайловичем Циферовым. У него есть такие сказки, как «Паровозик из Ромашково», «Как лягушонок искал папу», и даже мультфильмы такие есть. Обязательно смотрите. А сегодня я познакомлю вас с сказкой «Облачное молочко». Садитесь поудобнее. Ах, какая была жара! Цветочки опустили свои головки и почти уже чуть не плакали. Травка пожухла, и лягушонок сидел и думал, что же ему делать, как же помочь. Вот он думал, взял ведерко и пошел куда-то. Шел он по дорожке, с солнышком разговаривал, птичек слушал и пел песенку. Поква, лягушек все слова начинаются на ква и кончаются на ква. У лягушек все слова ква-ква-ква, ква-ква. Шел он так, пока не пришел на большой красивый луг. А там паслась коровка. Лягушонок, выпей моего молочка, коровьего. Нет, сказал лягушонок, твое молочко мне не подойдет. И пошел опять куда-то. Идет, с солнышком разговаривает, птичек слушает и песенки поет. Ква-ква-ква, ква-ква-ква, у лягушек все слова начинаются на ква и кончаются на ква. У лягушек все слова ква-ква-ква, ква-ква-ква-ква. Так он шел, пока не пришел на большую полянку, на которой паслась козочка. Мее, лягушонок, хочешь, я тебе напою своим молочком? Нет, сказал лягушонок, твое молочко мне не подойдет. И пошел дальше, размахивая ведерком. Шел он, шел так долго, всю песенку свою пел, аж устал. Наконец пришел он к большим синим горам, на которых жили маленькие, большие, белые, пушистые облака. Лягушонок увидел самое маленькое облачко и подозвал его к себе. «Дай мне, пожалуйста, своего облачного молочка!» Облачко вздохнуло. Ах, вот так вот глубоко! И улетело к себе в синие горы. Лягушонок посмотрел в ведерко. «Буль-буль, а там облачное молочко!» Он обрадовался и побежал домой. Приходит к маме. «Мама, ква-ква, я принес облачного молочка!» Сказал он радостно. Мама посмотрела в ведерко. «Ква, что это за облачное молочко? Это же обыкновенный голубой дождик! Кто же его пить будет?» «Мама, ты что? Махонькие цветочки!» И побежал лягушонок всех поить, и травку, и цветочки. Всех напоил, цветочки подняли головки, заулыбались. Тут прибежал муравьишка, а мне что-нибудь осталось? Конечно, и муравьишке досталось. Вот так вот. Голубой дождик, ребята, вы догадались? Это, конечно же, наша водичка, без которой ничто живое на нашей планете жить не может. И животные, и растения, и мы с вами. Вот так. Читайте сказки Геннадия Михайловича Циферова, с которым мы сегодня познакомились. А я с вами прощаюсь до следующего раза. Всего вам хорошего.